Это у нас мальчик Гром. В приюте около 2 лет уже. Тоже спасенный с живодерни. Характер мягкий, дружелюбный. К людям относится хорошо. С собаками контактирует. Очень активный. Постоянно требует внимания и игр. Находится в приюте для бездомных животных. Прививки все проставлены. Все, кто любит это, активный образ жизни, гуляния, прогулки, эта собака для вас. Она вам не даст скучать. Вот. Находится в приюте для бездомных животных. Хочу домой. Хозяин, приезжай, знакомься.